Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор покупочек с Яндекс.Маркет, Wildberries, Озон, много интересного, итак, поехали. Покупочки Wildberries, целый огромный пакет, еле дошли, все занесло, сейчас покажу. Честно говоря, что же у нас тут? Так, в этом пакете я распаковала на пункте выдачи, был мини-принтер, сейчас у детей пошла мода на эти штуки. Мини-принтеры, вот этикетка, портативный, то есть это печать без чернил. Я распаковала, посмотрела, хотя бы включается он или не включается. Включается, слава богу. Нашла самый дешевый, самым большим комплектом. Три цветных бумаги, одна какая-то тепло там бумага, другая наклейки и фломастеры в комплекте. Ксюшка хотела именно такой подарок им на Новый год от нас с папой. За 1600 чем-то вот я его нашла, самый дешевый такой именно. Потому что если покупать отдельно принтер, отдельно бумагу, выйдет еще дороже. Такое количество бумаги, это достаточно, это прям много. Сейчас я распакую вам его, покажу. Так, здесь у меня магнитики. Магнитики однотипные, символ года. Это я в школу купила. Дракон, их тут 30 штук. Бюджетный набор. Конкурсы будут новогодние у детей. И вот мини-презенты. Это магниты такие. Так, дальше что? Здесь сейчас распакую в коробке. У меня искусственный снег украшать окна. Ролик, как мы это будем делать, на Дзене. Девчонки, будет на Дзене. Коротенький ролик сниму. Нашла очень классно, красивую вещь, как украсить можно с помощью искусственного снега. Для этих, собственно говоря, целей нам еще нужен скотч, лучше строительный, поэтому его тоже заказала. Так, здесь у нас 3D трафареты для 3D ручки. Слушайте, у нас нет 3D ручки, но вдруг я подумала, что она у нас будет. Эти трафареты рублей 30 стоили, ну какой-то глюк на Wildberries, так бывает иногда. Дальше, вот буквально вчера заказала две игрушки на елку, они уже сегодня пришли. Некоторые товары идут неделями, некоторые идут очень быстро, то есть на следующий день. Это две вот таких вот прекрасных девочки на елочку. И вторая вот такая. Ну, безумная красота, очень здорово. А еще вот эти ножки у них, получается, смотрите, звенят. Сейчас распакую, посмотрим. Относительно бюджетно. Еще заказала интересные игрушки, идут. Так, и здесь у меня букет пионов. Искусственных пионов, который очень похож на натуральные. Я, наверное, их поставлю в ментоловую вазу Faberlic. В общем, сейчас распакую, покажу. Вот так выглядят магнитики. Я их распаковала абсолютно одинаковых, 30 штук. Индивидуальной упаковки, к сожалению, нет. Вот в отдельный пакетик сейчас положу. Вот они, девочки. Смотрите, какие они красивые. Так, что у нас тут на лице? Замех мешается. Вот личико. Красиво очень выполнено. 300 рублей где-то с чем-то две девочки. Расправить их, еще платьица им распушить. Это моя вторая красотка. Так, и вот такая. Очень миленькие. Выполнены красиво. Мне нравится. Ничего тут, никаких нареканий к выполнению нет. Так, вот он, искусственный снег. Три баллона. Коробочку хорошо упаковали, взяла, чтобы на все окна хватило. Красиво будем делать. Так, вот они, пиончики. Прям как живые. Мне очень понравилось. Говорят, такие цветы надо над паром подержать сначала немножко. Я сделаю, потом вазу поставлю. Красиво, аккуратненько. Они длинные, смотрите, букет. Вот так. Так смотрится очень классно. Мне нравится. Эфирные масла сюда в серединку любимые. Капнуть какие-то. Прям такой пушистый, объемненький, большой букетик. Да, я их поставлю в ментоловую вазу и куда-нибудь на стол, наверное, на кухню. Так, дальше. Что у нас с вами? Трафареты. Вот что они из себя представляют. Я даже понятия не имею, что это. Что вот это? Это для ручки, наверное, для самой. Да? У нас нет ручки, но, возможно, когда-то будет. Какие-то цифры. Так, подожди, не трогай пока, нельзя. Какая-то штука модная. И наклейки. Не надо, Кристю, сейчас я покажу девочкам. Подожди, с Ксюшей будете делать. Вот он сам мини-принтер. Фишка в чем? Он коннектится с телефоном по Bluetooth, я так понимаю. Сюда вставляем бумагу, скачаем приложение. И через это приложение печатаем шпаргалки, наклейки, какие мы хотим куда-то наклеить. Печать черно-белая. Наклейки на цветной бумаге печатаем, получается как бы цветно. В общем, маленькие такие карточки, как по типу, знаете, полароида, но не полароид, естественно, ну, черно-белая. Девчонки хотели светящийся, вот зарядка в комплекте здесь заряжается. Ну, вот я его на пункте выдачи попробовала включить, он же что-то мне там высовывать пытался. Он разными цветами светится, не знаю, как цвет менять. А вот, нажимаю на кнопочку, и он меняется.
В общем, классно. Разберемся, когда скачаем приложение, все сделаем. Тоже в Дзене на этот гаджет отдельный ролик сниму. Потому что я знаю, сейчас многие детки хотят такое на Новый год. Дед Мороза просят и так далее. Красивый. Красивый такой, прикольный, конечно. Девочки в комментариях под прошлым роликом, где показывала свою куртку с Вайлдберри, спросили дать отзыв, как она в носке. Поэтому сейчас все вам покажу, расскажу. Ну, во-первых, куртка в морозы показала себя очень-очень хорошо, девчонки. Несмотря на то, что она легкая. Это вот курточка не из эко-кожи, из эко-кожи у нас осенняя, а именно зимняя куртка с Wildberries, я вам показывала. И много девчонок прям написали комментарии: Светлана, расскажите, как в носке. Я сейчас покажу вам все в полный рост, все покажу. А куртка самая моя любимая на зиму. Объясню почему. Потому что она легкая, девчонки. Накинул, пошел, все замечательно. У меня есть парки, у меня есть шуба, у меня есть другие куртки. Они тяжелые. Мне неудобно с детьми не гулять. Если идешь куда-нибудь там на горку, еще куда-то, ну прям вот тяжко. А груз тяжелой верхней одежды давит. Здесь куртка безумно легкая. Несмотря на то, что она кажется такой тонкой, несмотря на то, что она легкая, она прекрасно показала себя в морозы. Просто замечательно. У нас погода вообще непонятно какая. То минус 2. 20, то ветра какие-то, как будто мы где-то на побережье ледовитого, северно-ледовитого океана живем, вот складывается такое впечатление, то дожди, как сейчас, например. И куртка в любую погоду показалась себе просто отлично. В минус 15 я с ней выходила гулять, она не продувается. Она очень круто держит тепло. Вот кажется, вроде такая тоненькая, легкая, но она очень круто держит тепло. Это, во-первых, не продувается абсолютно. Не промокает. Вчера я гуляла в ней в дождь. С детьми копали иглу в огромной куче снега, туда практически ныряли. Тепло, комфортно. Она не промокает, материал дышащий, но не дает влаги проникать внутрь. Это тоже очень понравилось. Так, что еще хотела выделить? В дождь не промокает, в холод нормально. В общем, прекрасная куртка на любую погоду, я ее обожаю. Ну и длина, конечно же, тоже. Я вас сейчас опущу немножко и все вам покажу. Безумно нравится то, что карманы. Вот кто не носит сумки, и у кого есть дети, тот поймет. Потому что карманы безумно вместительные. Вот просто безумно вместительные. Вот этот вот квадрат, это все карман, и влезает туда невероятно много. Практически покупки с магазина можно в карманы собирать. Их два, они огромные. Ключи, телефон, там детские запасные варежки, все. И помимо того, что они сверху работают, они работают еще сбоку, я вам показывала. То есть сюда мы положили все, что нам нужно. А когда гуляем, вот ручки в карманчик положить можно. И тут такая же у них глубина. Но это боковой вариант. Как бы, да, тут мало ли там в процессе каких-то активных зимних игр что-то может вывалиться. То сверху не вывалится ничего. Очень удобно, девчонки, просто невероятно. Карманы лучшие, что у меня когда-либо были. Молния. Все отлично, все замечательно. Двойная. В прошлом обзоре я вам ее показывала. Сейчас покажу тоже. Очень добротный замок. Молния очень красивая. Один замочек внизу можно, то есть, подрастегнуть. Один вверху. Все отлично, все замечательно. Безумно нравится вот этот вот ворот. Он практически стоячий. И знаете, это моя первая куртка, в которой так грамотно сделан капюшон. То есть, вот у меня есть куртки, одеваешь капюшон и сзади продувает. А здесь, смотрите, капюшон сделан под воротом. И он, кстати, отстегивается. Он отстегивается, я вам сейчас покажу тоже в отстегнутом виде. А ворот, он уже идет сверху капюшона. То есть, вот этот момент, где капюшон пристегивается к куртке, где может в холодную погоду вам продувать шею, грубо говоря, да, он отсутствует, он прикрыт капюшоном, воротником. Смотрите, видите? Вот он стоечкой. Все отлично закрывает, тепло, хорошечно, замечательно. Плюс мы можем полностью запаковаться, и в этой куртке вообще никогда не одевала шарф. Потому что, смотрите, хоп, и все. И нигде вообще вас не продует, не подует и так далее. Капюшончик регулируется, затягивается по форме головы, как угодно, как хотите. Рукава. Очень нравится то, что здесь есть. Тканная манжетка вот такая вот хлопчата, ну, бумажная, хлопчата бумажная, хбшечка, я так думаю, двойная, тепленькая, вот такая черная манжетка. Вот этот момент тоже безумно понравился. И длина, конечно же, длина, показываю вам во весь рост, пытаюсь показать. Так, смотрите, вот длина, чуть выше колен, чуть выше колен, попу скрывает, всегда тепло, всегда просто замечательно. Курточка оверсайз, на мне 56 размер, мои параметры где-то
112-91-113, вот так. И я повторюсь, опять же, девочки, обладательницы пышной груди, берите побольше на размер, потому что у меня грудь маленькая, и вот 56-й, как бы он мне нормально, но запасов груди мало, поэтому лучше взять побольше. И длина изделия, она тоже варьируется в зависимости от размера, то есть размерчики побольше, они немножечко, совсем чуть-чуть подлиннее. Куртка внизу затягивается, но так как это модель оверсайз, то как бы в этом нет смысла. Она прекрасно смотрится вот так. Она безумно стройнит. Она прям очень стройнит. Именно за счет вот этой вот длины и за счет своего кроя. Очень удачный крой, чтобы скрыть какие-то недостатки, подчеркнуть достоинство. У меня уже несколько человек попросили ссылку на эту курточку и остались очень довольны. Так, сейчас я вам покажу еще без капюшона. Ну и вот как курточка выглядит без капюшона. То есть вот такой вот воротник, стоечка, который тоже нас защищает от непогоды. Мне очень нравится. Прям замечательно. Тоненькую футболочку весной одела, и гонять ее весной в ней можно тоже. Просто потрясающе. Можно заказывать несколько размеров. У продавца возврат бесплатный, как я, собственно говоря, и делала. Несколько размерчиков заказала и выбрала тот, что понравился больше всего. Черный засвечивает, не хочет никак вам показывать во всей красе вот эту куртку. И еще один момент, девчонки, у продавца огромный размерный ряд. И эта курточка представлена в различных цветах, так что на вкус и цвет можно подобрать себе модельку точно. Купчики Wildberries очень интересные, такие зимние. Все покажу, сейчас расскажу. Ну, первое, давайте, что покажу, это ботиночки. Ботиночки, сапожки, дутики, капитошка для Крестюши. Мы их уже на ВБ сразу одели, поэтому сейчас помыла и вам показываю. 999 рублей на момент покупки, и это безумно крутая цена, мне не очень понравилось. Я взяла три размера, 24, 25, 26, у Крис где-то 21, 22. Но так как это обувь зимняя и хочется растянуть на два сезона, не знаю, получится или нет, то беру, конечно, немножко побольше. Это во-первых. Во-вторых, тут безумное количество меха. Взяли в итоге 26-й. 26-й безумное количество меха. Он плотный, он толстый. Плюс еще на теплые колготочки. Вот. Поэтому взяли самый большой размер. Они немножко больше, нежели та зимняя обувь, в которой ходит сейчас она. Но у нее какая-то зимняя обувь. Что-то промокает, потому что сейчас очень много снега у нас. В каких-то ножки подмерзают. Поэтому решила взять дутики. 999 рублей цена этого счастья. Подошва нормальная. Не сказать, что скользит. Вот так, смотрите, выглядит. Не знаю, сколько они будут стоить на момент выхода видео. Пяточка очень хорошо. Ой, пяточка очень хорошо сделана. Вот, просто замечательные. Мне очень понравились. Миленькие такие вот с единорожкой. И промокать тоже не должны. То есть это дутики. Вот такой вот формат. Прогулялись сейчас. Крис очень понравилась. Она прям в таком восторге была. Молния хорошая. Как бы все вот так тут сделано. Одеваются удобно. По меху ножка хорошо скользит. Одеваются удобно. Нам понравилось. Так что смело могу рекомендовать. Они пришли вот в такой коробочке, перетянутой резинкой. Все было переложено. Как бы внутри вот так вот понапихано. Я сюда старые ботинки убирала. Мы сразу в них пошли гулять. Вот дутики. Цвет розовый, размер 26-й, капитошка. У нас раньше был такой магазин в Туле, сейчас почему-то, к сожалению, нет. Так, едем дальше. Дальше девочка взяла непромокаемую. Ксюши вообще не было, у нее были одни, но она их куда-то потеряла. Вот такие, около 400 рублей, тоже понравились, налезли. Они вот тут, конечно, узкие, но они так и должны быть, но хорошо налезли. Тепленькие, смотрите, тут флис. По-моему, они прям такие толстенькие. Я заказала вообще три пары Ксюшки и две пары Кристинки. Но пришли только по одной паре. Я думаю, если померяем, подойдут, то мы их возьмем. За другими уже не пойдем. Ну, точнее, не пойдем, отправим на возврат. Померили, да, они и мне. Смотрите, по длине ладони тоже будут в самый раз. То есть большие. Вот они прям большие. У нее вот здесь по длине есть запас. Но там флис, что ли, прям. В общем, нормально. Она в них сейчас тоже погуляла. Вот они сохнут, не промокают, сказал. Ручки прям горячие, я потрогала у нее. Все здорово. Затяжечка есть, то есть затягиваются. И есть застежка была, но она ее вот куда-то делала. Застежку. То есть их вместе друг с другом скреплять. На одной и на второй есть. И тут такой как бы черный крючочек. Сейчас покажу. Крис, он есть. В общем, нормальные. Понравились. Слушайте, плотные. Не промокли. Вот тут как будто какая-то как прорезиненная силиконовая ткань. Здесь баллоневая обычная. Хорошие. Варежки понравились. Так, дальше.
у Крис, не помню, в районе 300, мне кажется, рублей цена. Вот такие. Ей немножко великоваты, но нормально, нормально. А мне вообще, в принципе, вот в таких варежках во всех, какие не брала, любой ценовой категории, не нравится. Знаете, что вот большой палец, ну, ни в одной модели не доходит до конца. То есть нереально надеть. Вот они как-то шьют подклад. Непонятно. Я уже свой палец туда на пункте выдачи впихивала, впихивала, разравнивала, разравнивала. И все равно подкладка, она где-то вот до сюда. Она какая-то короткая. Я не пойму, почему они так делают. А в целом очень симпатичный замок. Этот нахрена нужен, только непонятно. Вот, вот такой вот крючочек. То есть между собой их застегивать. Понравилось то, что вот здесь есть манжетка вязаная. Классненькая. Так, внутри вот такие они тоже утепленные. Вязаная ткань хлопковая, классная. Приятный, толстенький, плотный. Тоже здесь, как у Ксюшки, может, даже это один бренд. Мне кажется, в одном магазине даже я покупала. Как прорезиненная вот тут часть. Вот. Ну, в целом тоже понравились. Нормально, хорошо. Сейчас лютые морозы. Я другие уже не стала ждать, смотреть, потому что очень сильный мороз. Я на Валберес теперь не скоро попаду. Прогнозируют нам на выходные. Так, дальше. Вот пакетики, кстати, я зачем-то от них взяла вам показать. А смысл какой? Тут все равно артикул не пишут. Вот такие интересные закладки взяла Ксюшки с подсказками. Здесь есть интересная информация, если это они пришли. Это английский, по-моему. Потому что их там много у продавца. И вот такой нестираемый карандаш. Карандаш с ластиком уже, и он нестираемый. Я первый раз беру такое. Сейчас посмотрим, что это из себя представляет. Распакую, покажу. Так, это что у нас? Это от каких-то перчаток. Да, от Ксюшкиных. И пришла белая пленка. Обычная самоклеющаяся белая пленка в пупырке, что очень хорошо. Буду клеить сейчас шкаф в детской. Хочу, сейчас, малыш, хочу сделать его полностью белым. Ролик до и после будет в Дзене. Так что, кто не подписан, проходите в Дзен. Смотрите, вот такие закладки. Английский. Тоже английский. Ой, они двойные, кстати, они с магнитом. Они же двухсторонние. Тут с каждой стороны разные. То есть они прикрепляются вот так. Вот тут магнитик. И вот так на страницу. 100. 1 million. Время. Времена года. Это английский. Вот. Так, это у нас что с вами? Это доли и дроби, это математика, скорость, время, расстояние, формула, они еще это не прошли, пригодится чуть попозже, в следующем, наверное, полугодии. Геометрические фигуры, кривые, прямые точки, четные, нечетные, круглые. И вот так магнитик. Очень удобненько, мне понравился формат. Там разные они есть. Есть для дошколят, есть для младших школьников. И вот для 4 класса я вот такие выбрала. Меры веса, меры длины, меры времени. Вот такая подсказочка. Так, это у нас что? Опять английский. Много английского глагола to be. Вопрос. Вот они как раз сейчас это проходят. Английский алфавит, английский счет. И времена года. Как будто она их не знает. В окружающий мир, короче, можно положить такую. Прикольную. Так, и карандаш. Как он выглядит? Что он из себя представляет? Фокус. Я первый раз такие беру. Так, а где у нас тут ластик? Вот здесь внутри, что ли? Я не пойму пока. Так, ластик внутри. И куда нам его надо деть? Он где-то должен торчать. Так, сейчас подумаем, потому что пока мне непонятно. Так, попробуем, давайте на закладке напишем. Слушай, ну пишет как обычный простой карандаш. Вот. Тоненько, хорошо. Я не знаю, правда, как он затачиваться будет, как расходоваться. Неудобно мне одной рукой, но ластик стирает. Так, сейчас я подумаю, куда же он у нас вставляется-то, ластик? Крышка? Нет. Сюда? Нет. Что, его вот так вот раскрывать, все время доставать? Да нафига это надо? Да, слушайте, я его покрутила, повертела, он никуда не вставляется, он так вот там лежит внутри. Ну, в общем, на всякий случай, если нужен. Так, вообще задумка прикольная. Он вроде как стирается, но очень-очень долго, вот этот вот грифель, типа нескончаемый. Красиво. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Все ссылочки, как всегда, в инфобоксе. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.